Всем привет! Меня зовут Джамиля. Меня зовут Атай. Мы ученики школы Белимкана Бишкек, и это проект Study Friend. И сегодня у нас в гостях два новых пятиклассника. Привет, меня зовут Злата. Привет, меня зовут Искандер. И сегодня наша тема – числовые и буквенные выражения. Поехали! Найдите периметр треугольника ABC. Если AB 13 сантиметров, BC C сантиметров и AC D сантиметров. Искандер, а что такое периметр? Периметр – это сумма длин всех сторон. Правильно. Плюс B, C, плюс A, C равно так, 13 плюс C плюс D. А теперь найди периметр, если C равно 10 сантиметров и D равно 8 сантиметров. C равно 10 сантиметров, точка с запятой, и D 8 сантиметров. Равно 8 сантиметров. Так, периметр равен 13 плюс 10 плюс 8 равно 31 сантиметр. Молодец. Снимайте свои видео и присылайте их к нам. А лучше окажется у нас на канале. Пока!